Вот те же околки. С время не тратили, сразу сюда приехали. Тут есть где походить. Остановились, Эдик говорит, уже грибами пахнет. Да, я почуял. Сейчас будем смотреть. Вот, зашли в лес. Что, есть что? Какие-то непонятные грибы, я такие ни разу не собирал. Ну, наросли свежие. Вон их довольно много. Ну, это, наверное, какие-то поганки, да? Кто знает, что за гриб, пишите в комментариях. Интересно. Ну, пахнет так вкусно. Но, думаю, поганка. Такие я не собирал. Так, здесь тогда грузди росли полосой. Сейчас нету. Вот вылез молоденький обабок. Такой красавец. О, чистый, но молоденький. Ладно, чем дальше. Нашел он груздочек молоденький. Ну давай, срезай своим. Вот так прям красивенький, картиночка просто. Посыпай солью и ешь. Молоденький, как я прям. Ну, 10 лет назад. Вот там два, смотри, еще один. О, да, смотрите, а вот еще один. Вот просто вообще это прям. Это все зачетные, красивые. Да, прям вот он один, второй. Шикардос вообще, вот посмотрите. Какие. Режем, режем. Шикарные. Режем палочкой, да. Палочкой, конечно, резать не хотелось бы, ну ладно. Но вот но это ножка, да, ножку обрежешь нормально. Кривая ножка. Почему-то в этом году у нас преимущественно так. Срезаешь вроде молоденький грусть, ножка червивая вся. Срезаешь вроде переросток, он вообще хороший. Вот такие вот странные события. Вот такие красавцы попались. Ножка немного у них червивая. Это сырыжа, да? Да это настоящий грусть. Сырой, да. Смотри, он как пончик. На засолку такие, само то. Продолжаем искать. Ох, какой. Эдик, я тоже нашел. Молоденький. С пылу, с жару. Вау. Вот это красота. Вот бархатистая какая вот. Побольше бы таких сегодня найти. Таких красавцев солить. Так, по-моему, я нашел лисичку. Удивительно, конечно, здесь они обычно не встречались. И она, да, это лисичка. Я так полагаю, да, хорошая лисичка. Они обычно семьями растут. Надо тоже пошукать, посмотреть еще вокруг. Да, лисички тоже хороший гриб. Что я тут заметил? Мы тут уже не первые. Кто-то буквально недавно нас опередил. Вот я вижу, здесь даже белые грибы были. Я сейчас одну лисичку срезал. И вот рядом кто-то это выкинул. А вот лисички, по-моему, да? Тоже кто-то сорвал и не взял. Маленько опоздали, опередили нас. Ну, тут этих околков много, мы еще, может быть, где-нибудь и наткнемся. Через такой бурелом сейчас прошел. И вот первый молоденький обабок в новом леску. Ножка-то. Ага. Хороший. Вот, по-моему, любимый мой гриб вижу. Да, похож. Похож на белый. Тут его маленько уже подгрыз. А нет. Под березовик. Похож был на белый. Ладно. Ну вот уже на выезде на трассу. Короче, Эдик кричит, говорит, беги быстрей.
Белые пошли. Сейчас посмотрим. Что там за белые? Вот, Чедик сегодня трофейного нашел. Несколько лет назад на этом же примерно месте, в этом лесочке, находил уже такой. Побольше только. Это белый, елки-палки. Вот это красавец. Срезай, показывай. Посмотрите, какая нога толстенная. Это просто это нечто вообще. Так, может, не видно, но, короче, вот, по сравнению с моей рукой, видали, да? Ну, в общем, режем. Режем под самый корешочек. Ой, ой. Да. Просто, просто нечто. Опа. Шикарный, абсолютно целый. Вот такой вот. Такой вот гриб нас ждал здесь. Трофей сегодняшнего Эдика. Такая красота. Абсолютно целый. Да, надо было еще смотреть. Вот года два назад он здесь уже такой находил. Один единственный на весь лес был. И вот история повторилась. Ладно. Ну показывай. А это. Поганка. Поганка? Да. Да, точно поганка. Ну показывай, что там. Ну смотри. О, хороший. Да. Хороший. Вот такой вот беленький еще один. Молоденький. Да. Неплохо малый. Еще один белый. А знаешь, где они будут? Смотри. Они будут ближе к этой. Ну, к морю. К водохранилищу. О, шикарный. Я тебе говорю, вот где-то откуда, видишь, здесь их больше, чем там. Значит, откуда-то оттуда они идут. Ну-ка, срезай. Слышишь, да? Да. Значит, срезай. Надо туда заехать смотреть. Вот Эдик разошелся сегодня. Так. Ореол, россияне. Здесь давай, больше, значит, давай срезай, да, эту палочку уже не могу. Значит, да, это белый. Туда их будет еще больше. Смотрите, ну чистейший просто. Хороший. Да, прям, прям, прям танцевать охота. Что-нибудь под конец вам сбацаю. Да, я вот найду 10 штук как минимум таких, вот точно что-нибудь сбацаю, композицию. Там могут быть. О, я груздик, наверное, чуть не раздавил. Точно. Так же, как золото ищешь. Геологию. Вокруг ты ходишь, да, потом на пробу отдаешь, хоп-хоп-хоп. Увеличивается содержание. Значит. Я груздочек нашел неплохой. О, что-то я вижу. По-моему, тоже белый. Да, тоже белый. Охренеть, мне повезло. Вот он такой красавчик. Шикарный. Таких, конечно, красавцев интересно искать. Но мало-мало. Кто-то там у нас прячется. Опа! Да, красавец. Жалко, не белый. Опа! Ну, тоже неплохо. Чистый, целенький. Так, вот таких красавцев я уже давно не находил. Смотрите. Это у нас подосиновик, но он еще не очень большой, но я его все равно срежу. Вот такой красавец. Сейчас у него ножка быстро потемнеет. Сейчас буду смотреть, может еще где-то есть такие. Тут небольшой осинник. Могут быть подосиновики. Вот такие. Вот, срезал только подосиновик, уже камеру выключил. А тут вот такие молодые.
Ох ты. Захватил совсем маленького. Такой-то не надо было срезать. Но я его не видел. Хотел вот эти два забрать. Шикарные. Шикарные. Скоро, видать, полезут грибочки, если погода нормальная будет, не зальет. Но. Вон тот? Да, подошел я тут к Эдику. Он тут наковырял этих уже грибов, полный пакет. Вон еще один под березой. Фига прям. Андрюхи сегодня прям, да, фарт на красивые грибочки. О, какой. Вообще, конечно, молоденький. Шикарный подберезовик. Вот еще один. Прям почти уже на поле. Торчит. Вот. Да, такие классные. А вот, кстати, наверное, навозные опята какие-нибудь в реке, да? Ну, наверное. Этих-то еще нету настоящих. Сказали, что, короче, нормальные опята — это которые с юбочками. Ну, да. А ложные типа без юбочек. Для настоящих еще рановато. В начале сентября пойдут. Дело к осени подходит. Скоро уже будут настоящие. Так, заметил я так издалека грибок. Очень сильно похожий на абабок. Да. Возможно, переросший. Нет, чистенький. Хотя вот ползают какие-то букашки. Мало, но попадаются грибочки. Вон, вижу бугорочек. Сейчас подойдем в режиме онлайн. Посмотрим, что там под листвой. Вот он. Сухой грусть. Ну, чистый. Чистый — это хорошо. Молодой абабок снова. Видимо, только полезли грибочки. Вот так вот. Ходим потихоньку, гуляем по лесу. О, красавца вижу. Вот он спрятался. Это хороший должен быть. Да. Шикарный. Вот он. Закругляться уже будем. Это, наверное, последний лесок. Сейчас его обойдем. Белых здесь мало, здесь и места-то не для белых. В основном здесь грузди, мы за груздями приехали. Вот тоже гриб съедобный, но они всегда почему-то червивые. Да. Редко. Ладно, наверное, на этом все. Хватит. Сейчас поедем, заедем на одно урочище. Маленько с металлоискателями побегаем. Это все по пути. Решили так все это совместить.